Лев Викторович, расскажите, пожалуйста, в какой физической форме команда находится? Как вы считаете, игроки ротора готовы к труду и обороне? Ну, естественно, в хорошей форме. Все-таки мы профессионалы, этот комплекс готов к труду и обороне. Все-таки больше для массового населения. Конечно, мы готовы и своим примером мы пытаемся то, что мы сдаем нормы ГТО, привлечь молодежь и население к этим нормам, которые были раньше очень популярны. Как вы считаете вообще вот комплекс ГТО, его возрождение, это хорошая идея? Ну да, естественно, хорошая идея, как дальше будет развиваться, будет видно, если это серьезно подойти к этому. Раньше все мы сдавали ГТО, все со школы, это было очень серьезно, даже переводные экзамены обязательно, эти значки стремились, было празднично, поэтому я думаю, что хорошая идея. Вспоминая вот там свою юность, когда вы сдавали нормы ГТО, тяжело они вам давались или вы готовы были всегда? Нет. Раньше у нас была физкультура на таком уровне школа поставлена, что практически все сдавали. Была разница. Золотой значок. Потому что все виды спорта у нас сейчас, конечно, у молодежи это сложно. Жизнеспособен этот комплекс настоящий, как ваши? Ну, время покажет. Я думаю, что да. А у вас есть значки ГТО? Ну, есть уже, даже не знаю, где был золотой значок, да, даже отличный ГТО. А вот помощник Бродович, старший тренер, он был чемпионом института ГТО. Тогда даже в институте сдавали. Чемпион области, да, по-моему. Но это серьезное было мероприятие? Серьезное, да. Готовились, как мы конечно, готовились. Но на физкультуре, в первую очередь, мы готовились эти нормы. Потом был день, когда все это сдавали, распределяли. Серьезно было.